Абрам из Израиля приезжает в Одессу. Пошел гулять по Дерибасовской, встретил Соню и говорит: девушка, вы бы не могли со мной провести вечерок? Она: как, молодой человек, как вам не стыдно? Я вам хорошо заплачу. Да ну что вы, я вам хорошо заплачу, $100. $100? Соня подумала, говорит: ну, $100 можно. На следующий день они опять встречаются, он ей предлагает опять $100. Соня соглашается, естественно. На третий день они опять назначают свидание, и он ей предлагает еще деньги. И Соня говорит, спрашивает: слушайте, Абрам, вы откуда такой богатенький? Он говорит: я из Израиля. Вы из Израиля? Так у меня же там тетя живет, тетя Сара. Он говорит: так как? Я знаю, так она же мне и передала эти деньги вам, а деньги должны работать.